На конкурс дети читают стихи. Арина Кузьмина, 5 лет. Республика Бурятия, поселок Северомуйск. Валентин Берестов. Берестов. Берестов читалочка. Как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать. Не надо бабушку трясти, прости, пожалуйста, прости. Не надо умолять сестрицу, ну прочитай еще страницу. Не надо звать, не надо ждать, а просто взять и почитать.